second. Go for the top spot. Это было недавно. А. Я уверен, эта песня даже сегодня была Михаила Органе. Удача нам где-то повезло, где-то не повезло. Где-то повезло, где-то нет. Да напоследок вообще не помешает никак. Для драмы, на чтоб экипаж гонщика взял драйва, и все, и происходит долбилово на финише на троих. Сначала они вдвоем там крутятся, а потом присоединяемся. Что там было такое? Они на трех крестах даже едут. Вынимай, вставляй. Right.
Вот красный, коричневый, то есть.
car is pretty banged up. Right. That's first place across the finish line. Миша, 4-5, это реалистично. Реалистично просто от него не отставать. Okay, second in the standings. Get full position. Let's good run for them. Oh, the roads are wide here, so make sure you use all the runoff to help carry your speed. You're gonna have to fight your way through the pack from here. Take the position. Just 5 seconds is all that stands between you and first place. Push. Hey, you've taken some damage to your exhaust. Try and avoid picking up any more. Time to careless driving. Pick it up. We have a winner. Точно, точно. Так, нас тут Славик. Слава, нас смотрит. This Hong Kong track will stretch your skills to the limit. Let's nail this one. Да, но это смотрит, что не хочется точно. Потому что он длинный. Наши лайки, наши сердца и мои локальные записи. Конечно, все лайки платят сейчас. С точки зрения традиционного клуба, насколько я наблюдаю за ним целый город. Блин, при этом понимаешь, я из-за того, что например, ты встаешь или едешь больше для концентрации, ты семейный.
там есть там на нос, билет, это американская спа, на самом деле, с плюсов, тут, понимаете, а тут еще фондик, ну, тут еще важно будет пацаген. Очень видео состава. Да, вот если мы с Кондиком стартовали с конца сам, вот я первый, Кондик 10-й. Но Гэмбл, они сквалочка, они со всей херни. Я только за 30 секунд проиграл 50 секунд. Вот это очень важно. Не Кондик, а Гэмбл. А, просто на прорыве, на что-то еще. Вот так и было запланировано. Если бы вот этот черт нас не убрал бы, из-за чего потом нас еще бы другой убрал, да, да, естественно. Тут у нас подражание опять подражание пошло. Да развалитость! Это телегу. А мы на него протест напишем, он получше 20-30 секунд штрафа. Ну как бы это не имеет значения, значит, ну как бы. Если он подождал, там ну что такое, знаешь, не сделал. Тут кто-то понял. Я без негатива, конечно же. Единственный способ обмениваться. Затыкай! Не, это сетевой код. Вы понимаете, нас еще может тоже залететь карма, например, с коннектор сервера. Но это же будет зависящее от вас обстоятельств. Просто так вот активно. А что тракт? Вот это стоило 3000 рублей. Камрад. Камрад, вот это вот оно 3000 рублей. Бля, вай почтение, камрад. Ну эмоции же. Ну 24 часа. Я вам рассказывал некоторое время назад, то, что любая вот эта бизнес-сочная гонка, это книга, это история, это роман, драма, детектив, тренинг, все что угодно. Это просто ты вот книжку читаешь, за что. Да, я видел, что начал продаться. А я все-таки расположились. Давай, с вами посмотрим. А, ну то есть все где-то в среднем секунду, что происходит. 45 лет. Очень расстроенные. Тебе спасибо, Камаз. Так, дядьки, значит, смотрите. На
надо перезапускать стрим, потому что 2.5 до финиша, да? Вот я что сейчас делаю? Вот вы все сечки сидите, все смотрите. Я сейчас нажимаю на предыдущую трансляцию, создаю еще такую же, да, и там уже постоянно тоже смотрю. Потому что, ну, надо это делать, к сожалению, потому что вот это все 20 трансляций заходит. Done a good job of smashing your car up at least.